Китайский рынок недвижимости продолжает рост, свидетельствуют данные Госстата по итогам января. По сравнению с декабрем цены на жилье выросли в 38 из 70 крупнейших городов. Лидером роста оказался южный мегаполис Шэньчжэнь. Недвижимость там за год подорожала наполовину. Январский рост на первичном рынке по сравнению с декабрем более 5,5%. В Пекине и Шанхае за год рост цен составил 21 и 11% соответственно. По сравнению с месяцем ранее цены падали в 24 городах. В декабре их было на 3 больше. Оживление на китайском рынке недвижимости началось во второй половине прошлого года после более чем годичной стагнации. Этому способствовала мягкая политика Центробанка, снижение процентных ставок и обязательных норм банковского резервирования. На прошлой неделе понижен налог на покупку жилья. Ранее был снижен размер минимального взноса в случае покупки жилья в кредит. Эксперты ожидают дальнейших мер по стимулированию сектора недвижимости.